Милый муж, любимый и дорогой, где блуждаешь ты, мой озорной? Я тебе конфеток привезла, и узнать у вас хотела, как дела. Все ли с утра сегодня вы прошли? Как часы у доченьки прошли? Как самочувствие Анюточки моей? Не больно ли на массаже было ей? Как давно стихи свои я не писала, как давно я джапу не читала, впечатления свои не выражала, в хате я давно не убирала. Ведь себя убитой ощущала, жажда очень сильною была, сонливой все это время я была и сил сплошной убыток ощущала. Стала пить теперь магне B6, перестала стресс я ощущать, стала крепко спать я по ночам, а лучше стала я ночами отдыхать. Перед сном у нас с любимым было, я ему за это благодарна. А меня сегодня все будут поздравлять, счастья, радости, здоровья мне желать. Ведь у меня сегодня день рождения, и я не потерплю сегодня огорчения.